Всем привет, с вами Шаммэг, вы на канале Шаммэг. Сегодня поиграем в игру под названием Gloomhaven. Насколько я знаю, это игра вообще настольная, карточная настольная игра. И уже на моем канале была такая игра, которую перенесли со стола на компьютер, Pathfinder Kingmaker. Она была и очень интересной, но из-за того, что разработчики после релиза каждый день были обновы по гигабайту и больше, и меньше. Каждый день. Вот я ее и забросил. Мы на эту игру тоже немножко посмотрим, просто для того... Ну, просто посмотрим, и все, мы не будем тут как-то особо заострять внимание. Сразу скажу, что в Gloomhaven я в карточную не играл, поэтому я ничего вам не могу. То есть у каждого, я так понял, здесь есть какие-то карточки, да, у каждого героя. Я могу... А, подожди. Я могу два героя выбрать... Два героя, нападающий и защитник, я так подозреваю, да, это тоже будет Doom Crushers, Venom Stone, Osbrand, Swift Scares. А то есть это вообще в атаку, скорее всего, да, вот эти двое. Spell Shields, через Spell Shields. Давайте вот так попробуем поиграть. И начнем. Нормал, да. Ну, инсейн, ребят, инсейн. Я не знаю, как что. Просто посмотрим на игру. Она еще в разработке, как я понял. И посмотрим просто. Просто посмотрим, как и что. И стоит ли уделять ли... По зеленой пойдем, да, тогда? По зеленой тропе. Просто посмотрим, стоит ли уделять внимание данной игре, интересна ли она. Просто первую, ну, как бы, просто посмотрим. Два? У меня нету, я не выбрал карты. Мне нужно выбрать карты. Не понял ничего. Я так не могу играть, типа, я вот выбрал, и что нужно делать? У меня нету карт, которые я могу выбирать. Почему? А, подожди, может... Карте. Так вот я могу. Ага, да, окей, хорошо. Это типа сложный путь, это легкий путь и это обычный путь, э? Правильно я понимаю? Начать путешествие. Начинаю путешествие. Ага. Мы что там спрашивали, я не буду переводить, потому что, ну... Ну, просто потому что... Получили 15 золотых, потому что спросили у кого-то и чего-то. Соответственно, мы можем выкидывать. Мы можем выкидывать несколько карточек. Я первый хожу, то есть здесь 7, 2. А что они делают? Я вот честно, ребят, не знаю, что они делают. А как-то не. А, я могу выбирать, то есть я не обязательно. А, понял. Так. То есть я могу. А что значит 32? До 45 я могу. Нет, я могу сделать... Я могу два раза сделать... А, я понял, я могу либо... Все, понял. Ну, давай так. Не знаю, что это такое, но как-то... Это, ну, опять же говорю, это карточная игра, и, скорее всего, в картах было бы описано, что... нужно делать.
То есть я уже потерял этот ход, да? То есть я могу только вот... Один чит я сделал. Так. Брут уже все закон. То есть ноль. Так, ноль, он что-то сделает там. Ага, золотишко. Либо мув, либо рейндж. Мув. Нужно скинуть одну карту. Eye for eye. Давай-то эту скинем. Лут и... Ну... Давай вот так вот, да. Так, и теперь он... Атак 3... И... Либо Хелл, либо... Ну давай так. А почему? Так, либо я... Давай так. Так, теперь ты, да, у нас? Либо хил... А, я только... Я могу только хил... А, ну да, у него два момента, так. Не, я пока не понимаю, почему я не ходил... А, потому что он его, типа, он его... В смысле? Не понял. Так, я могу еще теперь атаку сделать, правильно? Ага. Так, брут закончил. Так, теперь я что делаю? Ах ты ж, писька, писька. Так, по идее, мне нужно атака... Подожди, атака, атака и пуш на 2 в 0, или... Так, а ты можешь... Подожди. А я... А, вот так вот, да. И... Торнадо... Давай торнадо, хорошо. Так, он кинул ножик. Теперь я могу что? Так вот сделать. Так. Рут все закончил. Теперь ты, лут. Ай! А, он вокруг себя собирает. А? Он собирает... Я понял, он, короче, собирает... Я понял, он... Короче, ладно. Это очень смешная будет... Ой, ноу.
Я одну карту и вот эту могу. Так, он будет атаковать, наверное, да? А, защиту себе поставил. Угу. И? А, и восстановил здоровье. Ага, все, понял. Так, атака на 4. Не могу, подожди. Атака на... Нет, а ты можешь... А я не могу походить. Не... Походить я не могу. Понял. Как ходить-то? Там должна быть карточка хождения, по идее. А теперь я выбираю тебя. Три рейнджа, либо... Нет, вот... Так, он... А, почему не могу? Не могу. Понял, хорошо. Не очень понимаю. Не очень понимаю, но ладно. Так, атака... Мув 3 и... Так, да. О, он подошел, молодец. Или не молодец. Ах ты, падла, тварь. Я могу подобрать этот? А, могу, отлично. А почему, почему, что такое? Почему он умер? У него закончились карты. Ничего не понял. Подожди, что надо делать? Мне нужно до двери дойти. Или что? А, больше не могу. А, убить всех в во всех комнатах. Лут или... Окей, шорт рест. Тут, короче, все на карточках завязано, которых у меня нету. Точнее, я в них не разбираюсь. Вот. Ну и чё? А мув-то будет или... А, да, будет. А я еще могу походить, типа, да? Я, короче, протупил, там нужно было этому бруту сделать... чтобы у него карты остались. Вот свиноты, а. У меня есть только Avalanche и... Угу, прикольно.
Ах ты скотина, тварь. Так, у меня есть атака на 4. Так. А, я два камня могу сделать, типа. А, или один камень могу сделать. Так, ага. А не могу. Шорт рест. Лонг рест есть еще. Короче, здесь нужно разбираться в этой игре. В целом, как бы, да, то есть ты ходишь, я так понял, проходишь. А, ну тут всего две комнаты, кстати. Но мы, если бы вдвоем мы зашли, мы бы прошли это. Здесь не очень. Атака. А, давай лучше. А зачем мы это? Почему это? Это дурак? Не надо. Ладно. Атака. Не, ну он уже там насоздавал столько, что как бы, ну, типа, камон, да? Ну, типа, я не смогу, наверное. Ну да, потому что, ну, как бы как. Я плюс еще, видишь, короче, нужно было закончить. Блин, все очень было просто. Нужно было закончить тех убить. Сделать большой перерыв, чтобы восстановились все карточки. И это, ну, это логично, в принципе, да? А так получается, что... то есть мы... Ну, я протупил очень сильно, да. Я просто не знал этого. Если бы играл... А почему я не могу в него ударить? Ничего не могу сделать? Подожди. Нет, подожди. Только два. А, нет, рейндж пятера. А что я лут буду делать? Да, короче, надо разбираться в этой игре. Не, в принципе, интересно. В принципе, можно за... вечерочек посидеть, вечерочек скоротать. И, в принципе, ну, у меня, видишь, уже нету ничего. Я не могу ничего сделать. Видишь, у меня нету ни черта. То есть я как бы как лошара. Лошару. Поэтому, ну, в принципе, я здесь проиграл и так далее. Но, ребят, такое маленькое видео получилось. Просто... посмотреть, что за игра и стоит ли ей уделять внимание. Вот. Уверен, что кто играл в карточную игру, им очень понравится. То есть здесь в Pathfinder мне, например, понравилось играть, если бы не разработчики еще. Надеюсь, эту игру не оставят и будут все делать очень грамотно и красиво. В принципе, пока, ну, нормально, но обычная как бы карточная игра с пошаговыми действиями. Мы с вами в таких игр... Ну, на канале уже много таких игр. А, ладно, ребят, если такое коротенькое маленькое видео понравилось, ставь лайк, подписывайся на канал. Вот, ладно, все. Всем счастливо, всем пока, с вами был Шамэнга. Всем пока.